В исследовании нашего города мы не затронули еще один аспект. Николаев церемониальный. Речь идет о шествиях, ритуалах, парадах, демонстрациях, во время которых массово зарождаются смыслы. Они, то есть смыслы, прямо на этих собраниях вылетают из горожан, как мальки из рыбьих самок во время нереста. Вообще-то наши ритуалы скучны, бескрылы, ведь на них сгоняют, как правило, пеньками, то есть телефонограммами бедных бюджетников. Но есть один день, отпраздновать который николаевцы стягиваются от всей души. Ну что же это за день? Это день рождения города. День Николаева. То есть того, тот день, которого нет. Да, мы об этом говорили в прошлой передаче, что нет и даты нет, и с годом как-то непонятно, то ли 89-й, то ли 90-й, как-то плаваем мы. То вообще 88-й, да. 95-й, разное, но это не мешает николаевцам с большой радостью встречать этот праздник и чувствовать этот день рождения как собственный. Слушайте, а это творческое безобразие, вот то, все, что вы принесли, это вообще зачем? Это для того, чтобы мы сделали первый шаг к созданию музея николаевского быта. Вот в городе Николаеве нет такого музея. Ну, вообще у нас нет музея города. Музея города, да. Но быт-то городской есть и был. И вот эти вещи, это так вот может стать первым шагом к созданию такого музея. Ну, пока еще виртуальному. Да, такой отдельчик небольшой, посвященный празднованию Дню города. Да, да. Это вот такой, будем говорить, такой подотдел празднования Дня города. И вот да. Эти вещи, все эти вещи связаны с Днем города. Ну, я предлагаю приступить вот к нашей музейной работе, да, и такой принцип есть у меня интересный сегодня. Я буду брать предметы вот без системы, вот как вот ляжет глаз. Вот глаз лег на такой интересный документ, называется «Марш Николаевского градоначальства для фортепиано Сочи. С. Зельцера Оп, то есть опус 11. Цена, кстати, без сокращения, написано 50 копеек. Вот С. Зельцер. Понимаете, это не просто С. Зельцер. Это Соломон Зельцер. И если мы возьмем вот наш замечательный энциклопедический словарь «Николаевцы», то на букву С между как раз... З. На букву З. Да, да, да. Где у нас З? На букву З. Между Зейгофером и Зиновой мы найдем Зельцера. Соломон Исаакович. Соломон Исааковича. Скрипача, дирижера, педагога. 25 сезонов он был руководителем и дирижером николаевских театров. Представляете? Вот что пишет Николаевская газета. В день похорон Зельцера у дома, где он жил, собралась тысячная толпа. То есть этого человека знали как музыканта. И я скажу вам больше. Я знаком с его потомками. В Николаеве жили его потомки, тоже музыканты, замечательные скрипачи, и композиторы, точно так же, как их знаменитый прапрапрадед. Ну, они уже уехали из Николаева, к сожалению. Но вот это очень известный был человек. И вот он подарил николаевскому градоначальнику первому. Карлу Михайловичу Тикоцкому. Тикоцкому. Ну, давайте посмотрим, кто такой Тикоцкий. У нас и Тикоцкий есть. Так, Карл Михайлович. Контр-адмирал, исполняющий должность николаевского губернатора. Это был такой первый николаевский градоначальник. Видите, такой тоже человек. И вот видите, очень интересно, что именно при нем музыкальные классы переформатировались в 900 году в музыкальное училище. То есть он еще был покровитель муз. За что, вероятно, и получил в подарок вот такой марш. Там что-то такое пафосное, такое торжественное. И оно звучало. Да, ну оформлено здорово. Смотрите, вот и очевидно, это такие... Ну, николаевские морские круги, мотивы. Крюги, да? Может быть, спасает кого-то. Вот тут такой крюк, весло, потом знамена. А это все принадлежность флота. И герб. И старый герб Николаева, да, вот еще со значком принадлежности к Херсонской губернии. Да, и вот особенно, да, симпатично, марш Николаевского градоначальства. Вот это ства, да, то есть ство, вот это такое собирательное. Я себе представляю, да, как они под этот марш идут, заносят. Ну, знамена, да, вручают ордена. Но не то, что вы подумали. Да, 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 вот. И еще что тут интересно написано? Собственность автора. Это такой копирайт. Это такой копирайт начала 20 века. Собственность автора. То есть никому воровать нельзя. Кстати, о музыке. Вот
Вот это что за пластиночка? О, это пластиночка. Это не просто пластиночка. Это единственная пластинка с песнями о Николаеве, выпущенная за 220 с лишним лет города. То есть она была выпущена специально? 200-летие. Видите, это значок такой, 200-летие, 203-летие. Дню города, да, наверное, было, да. К дню города. И смотрите, здесь 7 песен. Ну, и все марши? Все, ну нет, почти есть там, есть вальсок. Корабелы, корабелы, это вот такая вот эта вот на стихи Лисянского. Все эти песни николаевцы знают, потому что это всего 7 песен, и на них вырос весь полумиллионный город. Они звучали по радио. И звучат. Да, конечно. Ну вот, например, «Город над Бугом» – это мелодия Игоря Петровича Криворучко, музыканта и режиссера. Я был лично с ним знаком, с этим замечательным человеком. Эта мелодия до сих пор – это позывные города Николаева. «Стоит над Бугом, пам-пам-пам-пам-пам». Эти вот позывные, кстати, звучат все. У вас неплохо получается. Может быть, вы будете напевать это каждое утро в городе Николаеве? Вот «Стоит над Бугом, та-та-та». Да. Есть кому напевать. Извините, голос противный. Вот, смотрите, и вот этот винил, видите, это же не просто пластиночка, это винил. Можно сказать, винилище. Винилище. Это модная штука. Ну, правда, монозапись. Да, 33. 33 оборота. ГОС, да. 52, 89, 88. Но это эстрадный оркестр Всесоюзного радио под управлением Юрия Силантьева. Представляете? Это на весь Советский Союз вот это вот звучало, звучали вот эти вот мелодии. Это гордость николаевская. Ну, к сожалению, у Николаева творческих... не так много. Ну, мы знаем там эстрадных певцов, которые родом из Николаева, композиторов. Но все равно вот каждая песня на вес золота. Слушайте, вы все песни, песни, или я там все песни, мы песня. Все песни. Это мы все песни, музыка. А что, кроме музыки, никаких других материальных свидетельств о праздновании Дня города у нас нет? Ну, почему нет? Вот в том же 89-м году вот была выпущена вот такая марка. Такая марка была, видите, ага. И логотип тот же, совпадающий вот с этим логотипом. 200-летие, а потом... Рича. 203-ча. То есть у них так, они так... Ну, двуязычие такое. Уже такое пошел, да, такой... Да. Присвоение Николаеву статуса города. Как-то по-испански читаете. Нет, это украинский акцент. Присвоение Николаеву статуса места. Ну вот абсолютно, абсолютно глупая фраза. Присвоение Николаеву статуса города, 200-летие. Это абсолютно неправильно. Ну да, я знаю. Вот никакого статуса города. Найти какую-нибудь ошибку на марке — это радость филателиста. Да. Никакого статуса города в Николаеву в 1789 году не присваивалось. Это просто год основания города. И все. Ну да, мы уже опять, да. Сегодня уже об этом говорили, ну, все равно, возвращаться вот не будем. Тоже, и если говорить о песнях, то и марок, посвященных Николаеву, тоже очень мало. Их там за всю историю тоже было выпущено там 3-4 штуки. Поэтому вот каждая марочка, даже несмотря на ее такой вот ужасающий дизайн и отвратительное содержание, в принципе, это все равно ценность. Ну чего, почему такой ужасающий дизайн? Это как вот... Та стена, о которой мы во втором цикле говорили, навсегда. Тут я бы поломал голову, ища тут смыслы какие-то внутренние. А вот смотрите, вот у нас есть тоже интересная такая вот вещь. Мне кажется, что это немножко такая историческая несправедливость. Да, вот тут такой календарь, пластинка, та-та-та. И маленький значочек на 210. Ну, смотрите, это же... 10 лет прошло, это уже Украина. Не 200 лет, на 200 лет это огромный пафосный праздник, все это. А на 200 лет уже просто 1999 год, просто маленький значок. Ну, с 30-х годов точно не было праздника. То есть, ага. Ну, а теперь потом каждый. Потом 10 лет был перерывчик, а потом с 99-го года каждый год на площади Ленина, бывшей ныне на Соборной, на улице Советской, бывшей ныне... То есть на... вот это шествие. Шествие, ярмарки, концерты, фестивали, фейерверки, в общем, звезды. Ну, понятно, когда богаче праздник, когда чуть-чуть был беднее, в зависимости, конечно, от состояния бюджетов в городе, но каждый год очень интересно. Очень. И вот по этим афишам, когда... Да, давайте посмотрим, какие у нас... О, вот, кстати, прежде чем мы перейдем к афише, вот скажите, да, пожалуйста, вот это вот... Звезда героя. Это... Ну вот смотрите, вот это вот очень интересная вещь. Это знак почетный, почестный громадянин Миколаєва. Его вручают
раз в году, как раз вот именно на, в день города. То есть, во во время одного из этих мероприятий, да, во время одного из мероприятий, такой торжественной сессии, вручают кому-то, кому-то из горожан вот такой вот знак. Тоже связанный с днем города. Перейдем теперь к афишам. Вот, вот очень интересная такая. Вот 16 сентября 2006 год. Да, то и написано: «Встречайте Пол Маккарти». Пол Маккарти и группа «Облигация». Неужели сам Пол приехал? Был. Нет, Пола не было. Ну, на самом деле, это такой черновик афиши сохранился. Это такая шутка дизайнера, да, Пол Маккарти. На самом деле, гостями сами праздника была у нас Тина Кароль и какой-то мужской хор из Санкт-Петербурга в 2006 году. Такое было празднование на площади Ленина. «Вечерний звон». Ну, вероятно, да. Я уже не помню, что именно они пели. Вот. Но главное, видите, спонсор, генеральный спонсор — торговая марка «Немиров», а также пиво «Янтарь». Кстати, да, у нас как-то с этим, да, сложилось, да. Вот со спонсорами. Вот, вот, вот такая маечка. Вот я, маечка не, я не буду. Не буду видеть. Но это тут уже. Размер. Да, моего. Да. В общем, в том году, когда праздновались, это был мой размер. День города. И 70 лет области. Интересно, кто маечку спонсировал? День или город? А там сзади написано. Город или область? А сзади написано, кто спонсировал. Тут а, мы не будем, покажем. Мы не будем показывать, да. Это все уже тоже в прошлом, это все уже можно говорить. Да, это... да. Да. Вот, и вот еще, давайте посмотрим еще афиши. Вот тут такие мощные, такие мощные, мощные, да, мощные. День Миста, 2010 год. Видите, каждый год что-то новое появляется. В центре афиши герб, герб города. Герб города. И что у нас же, какой праздник? Гала-концерт, фейерверк. Ну, вот такой вот у нас виртуальный музей. Дня города. Дня и города получился. Да.